Опрос жителей Пермского края был организован по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта. По его результатам сформировали список из 9 выдающихся деятелей. В него вошли Карл Мадерах, Дмитрий Смышляев, Павел Бажов, Николай Кузнецов, Лев Давыдычев, Сергей Белов, Сергей Дягилев, Виктор Астафьев и Род Строгановых. Жителям предлагается выбрать 2 фамилии. По итогам голосования выдающимся людям установят памятники в честь 300-летия Перми. Для того, чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться на портале «Управляем вместе» и отметить фамилию, которая, на ваш взгляд, оказала наибольшее значение для нашего края.